По поводу красивых номеров. Надо уточнить, есть красивые номера, есть номера-вездеходы. Их надо разделять. Просто красивые номера ничего не дают. Их можно, естественно, продавать, я бы продал в открытую. Кто хочет за деньги, эти деньги я попускал бы на безопасность дорожного движения, что и полагается, на развитие аналитического центра ГИБДД. Это было бы хорошо. Не в личные карманы. Это касаемо коррупции. По поводу номеров вездеходов, вот это у нас в нашей стране это вообще паноптикум. Это дурдом, потому что ни в одной стране мира нету номеров вездеходов. В Америке 6 мигалок, и остальные машины сопровождают сотрудники полиции, но их тоже очень немного. Я не видел пробок из-за того, что едут машины с мигалками ни в Европе, ни в Америке. Поэтому эти номера надо ликвидировать, закон должен быть один для всех. Давайте сделаем нормальные дороги, на которых будет нормальная пропускная способность. И будут отдельные полосы, как, например, в том же самом Израиле, где едут скорой помощи, сотрудники полиции и, соответственно, госчиновники. И мы решим всю проблему. А красивые номера, и даже именные, можно продавать за хорошие деньги. И на эти деньги давайте поможем болеющим детям или старикам.